От удара Mitsubishi Lancer чуть не сложила пополам. Какой была скорость, установят эксперты. Авария на улице Кирова в районе дома 18 произошла около 5 утра. По неизвестным пока причинам машина выскочила на тротуар и врезалась в столб. Водитель и его пассажирка получили серьезные травмы. 22-летняя девушка скончалась на месте, 28-летний мужчина в реанимации. У водителя открыта черепно-мозговая травма, перелом основы черепа, перелом правой ноги, забиття тіла, внутрішніх органів. Алкоголь. Поки що в нас немає інформації щодо стану водія на предмет вживання алкогольних напоїв. На пересечении улиц Командар Макорка и Убаревича не разминулись маршрутка, автобус БАС и Hyundai Tucson. Автобус, по данным ГАИ, двигался по улице Командар Макорка со стороны академика Павлова в направлении Дружбы народов. Внаслідок данной дорожньо-транспортной пригоди травмы отримав водій легкого автомобиля Hyundai. Травмы легкого ступеня, забиття тела. Причем недомогание водитель внедорожника почувствовал уже после оформления ДТП. Тогда и обратился в больницу самостоятельно. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».